Касым-Жомарт Токаев продолжает рабочие поездки по регионам. Сегодня глава государства приехал в Акмолинскую область. Первой остановкой стала гимназия в Коше. Она построена по всем стандартам нацпроекта «Комфортная школа». Здесь учатся 2700 детей в две смены. Кроме базовых предметов, ребята бесплатно посещают спортивные секции и кружки. Президент побеседовал с педагогами и учащимися. В дар от Токаева они получили школьный автобус казахстанского производства. Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы. Молодое поколение должно стремиться к образованию. Количество таких школ в городе за последние пару лет выросло сразу на 3. Еще одну достраивают прямо сейчас. После получения статуса города Коши развивается стремительно. Сейчас здесь проживает 110 тысяч человек. Построили физкультурно-оздоровительный комплекс, возводится многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 1000 посещений в смену. Здесь будут отделения онкологии, неврологии и родильное отделение. В целом, в генплане города на развитие, на перспективу заложено строительство жилья более 1,5 миллиона квадратных метров и более 45 объектов социально-культурных, которые необходимы для нашего молодого города. Также Токаев посетил производственную площадку, которую запустили в этом году. Здесь выпускают полуфабрикаты, которые поставляются как на внутренний рынок, так и в страны ЕАЭС. Глава государства поручил Акимобласти уделить особое внимание модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к городу. После президент отправился в село Родина. Генеральный директор одноименной агрофирмы Иван Сауэр рассказал президенту о реализуемых соцпроектах. В прошлом году компания направила на поддержку и развитие села 791 миллион тенге.